Всем привет! Как у вас дела? Я думаю, хорошо. Да, ремонт закончил, но работы пипец. Сезон пошел же. Таурейки, всякая тут фигня. Выбасты. Понатащили пацаны из автодома и так. Вот такая. А, кстати, хотите посмотреть, как устроен замок? Это с Чироки. Вот эта вот катушка. Это иммобилайзер, то она водит. Моторчик. Чик-чик-чик-чик. Это потроха. Это потроха. Вот это вот. Парки, ну, оптические, тут светит, здесь фото, здесь света, здесь фото, и вот она, вот эти вот, когда проворачивается, тут всякие бугорки, и вот они перекрывают вот эти вот автопары. И он понимает, что происходит. Ну, это как глаза его. А вот. Это вот моторчик крутит, микросхемка. Стабилизатор 5-вольтовый. Здесь у нас что, это контроллер, который вот как раз наблюдает вот за этим, что происходит. Вот он смотрит. Потом говорит вот этому. А это вот как раз иммобилайзера микросхемка. Вот. Вот так вот эта хрень устроена. А это когда моторчик раз, он поворачивается, он вот эту оптопару перекрывает. Ну, как она тут вставляется. Вот такой широкий. Пацанам привезли на этот. Сигнализацию ставили. И они бабахнули. Папандос кричат, выручай. Игрушка дорогая. И это она вот так. Надо посмотреть. Что-то они тут паяли, короче, это на автозавод. Провод отвалился, и что-то они, короче, ухенькали, машина теперь не заводится. Хозяин в шоке. Ладно, что, попробуем. А, вот я, кстати, сейчас что-то послушал. Мак Фостер. Угу. Давайте звук поищем, что-нибудь пошукаем.
какие-то техногенные, да? Такой можно, ну, давай теперь такой. Thank you.
такой напряженный, да?